Совершенно верно, дорогие друзья. Надеюсь, трудно было не догадаться. Сегодня Юра Шатунов вновь пришел к нам в студию для того, чтобы, конечно же, пообщаться и с вами, и со мной. И, естественно, провести очередной тур суперлотереи. Я напоминаю, что победителей ждет замечательный приз, весьма необычный и, я думаю, приятный. Провести целый день этого так мало и так много в компании с Юрой Шатуновым. Этим мы займемся чуть-чуть попозже. А пока, Юра, привет. Я хочу тебя поздравить с Новым годом, с Рождеством Христовым. И, кстати, вот Зябликов Виктор прислал нам письмо. Он, оказывается, третий год все хочет тебя поздравить с Новым годом. Не заодно еще и с днем рождения. Ну, не знал твоего адреса. И вот, если он смотрит нашу программу, Виктор, я вот прямо передаю эту открытку. Все-таки. Ну, я его тоже поздравляю с Рождеством и желаю всего самого хорошего. Я думаю, он безумно рад. Кстати, а где ты встретил Новый год? Дома. Дома в компании друзей или как? Не, один. Один? У нас так много общего, я тоже встретил одна. Нам надо было созвониться и встретить его вместе. Может быть, мы этот год вдвойне принес нам удачу. Ну что ж, давай непосредственно приступим к вытягиванию карточек. Значит, закрывай глаза, чтобы было все по-честному. Мы вытягиваем, я напоминаю, может быть, вы забыли, по 5 карточек. В прошлый раз, авторы этих карточек, естественно, являются уже как бы победителями, людьми, которые выходят в финал. Итак, давай еще пятерых. А 29 января, снова Юра придет к нам в студию, мы вытащим еще пятерых. Калинина Виктория Васильевна из Санкт-Петербурга, мы вас поздравляем. Вы проведете день с Юрием Шатуновым. Когда это будет? Будет известно 29-го. Прокопьева Мария Евгеньевна, Екатеринбург, мы вас поздравляем. Вы тоже в числе победителей. Соляева Ирина Владимировна, Волгоград, тоже поздравляем вас от всей души. По-моему, прекрасный рождественский подарок. Кандари Кристина, Свердловская область. Вот так вот. Екатеринбургская, видимо, уже теперь. И последняя карточка, да, насколько я понимаю, на сегодня. Последняя карточка принадлежит Белоглазовой Евгении. Московская область, город Одинцово. Мы вас поздравляем. Надеемся, что вы смотрите сейчас программу «Ксюша». Радуетесь, прыгаете до потолка. И я очень рада за вас в том числе. Ну что же, 29 числа Юра опять придет к нам в студию, еще 5 человек, как бы выяснится, и вы в такой компании 16 таких замечательных людей проведете день. Кстати, очень интересно, а вот какая-то программа планируется на этот день? Просто интересно, ведь за один день можно и в Соединенные Штаты Америки слетать. Ну, можно и слетать. Отлично, давайте поймаем его так, на то ли на слове, не то ли на полуслове. И действительно, кто ведь знает, как вы проведете этот день? Быть может быть в раю, а быть может быть в Соединенных Штатах Америки. А быть может быть просто пойдете в нескучный садик. Как хорошо. Ну что же, Юра, я с тобой не прощаюсь. Юра остается на телефонах. Он отвечает на все ваши вопросы, принимает все ваши поздравления и поздравляет вас. Номер 236-400, а также 955-8162. Звоните, я желаю вам удачи и продолжаю программу. Клубу и твоим поклонникам и поклонницам. Ну, вообще-то я хотел бы поблагодарить тех, кто занимается этой продукцией. Очень приятно, конечно, иметь и журнал, и газету. Я думаю, что каждый артист хотел бы иметь такую продукцию. Отлично, я тебе желаю удачи. До встречи 29-го. Мы продолжим лотерею. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Я и наш генеральный спонсор — фирма «Дженсер». Что ж, друзья, наша редакция прямо-таки трещит по швам от того количества писем, которые приходят к нам в адрес Юры Шатунова. И сегодня мы решили не отказать себе в празднике и пригласить Юру в студию. Юрий Шатунов сегодня у нас в гостях. Прошу любить и жаловать. Всем привет. Совершенно великолепный аромат. Очень жаль, что телевидение не может передать этого аромата в студии. Юра, вопрос на засыпку. Туалетную воду какой страны ты предпочитаешь в это время суток? Ну, я думаю, что Франция. Франция, все-таки Франция. Великолепный вкус у Юры. И, к слову, о письмах. Дело в том, что их действительно очень много. Но вот это письмо от Пряничниковой Татьяны из Свердловской области, Екатеринбургской, видимо, уже теперь. Вот с фотографии, видимо, сейчас смотрит Татьяна телевизор и видит, узнает свое письмо. Она очень просила передать тебе, потому что письмо невероятно искреннее и
сугубо интимное. Я думаю, что ты найдешь время прочитать и, быть может, даже ответить. Во всяком случае, я прошу у Татьяны не терять как бы надежды обратной связи. Скажи, пожалуйста, Юр, вот заморская статистика доказала, что даже самая популярная суперзвезда, которая исчезает с поля зрения там, со сцены или там, с экрана на 3 месяца, возобновить эту популярность практически невозможно. Тебя не было 2 года, наверное, да? Ты пропал? Ну, не 2, да около 4. Даже так? И как же нам быть со статистикой заморской? Ну, я думаю, что я попробую ее сломать. Я желаю тебе удачи, этот ответ достоин настоящего мужчины. Ну и мужской вопрос. Ну, ты хоть за это время успел жениться? А ты? Жениться? Ты знаешь, у меня никогда это не получится, даже если я очень захочу жениться, вот если только замуж выйти, а вот жениться нет. Ну, а я тем более. Понятно. Ну что же, на все остальные вопросы Юра ответит вам по телефону, потому как он сейчас уходит на телефон, и звоните нам 236-400. И, кстати, автор самого серьезного вопроса на вкус Юрия Штунова, и, разумеется, автор этого вопроса получит приз. Это магнитоальбом Юры. Совершенно замечательный магнитоальбом. Ну, а чуть-чуть попозже, естественно, мы, как я обещала 3 недели назад, разыграем лотерею, связанную с кассетами Юры. Так что звоните 236-400. Мы с тобой не прощаемся. Ну, а я продолжаю программу. Ну вот мы и приступили к ответственному моменту, а именно розыгрыша лотереи. Звонков в шквал, очень многие, оказывается, забыли условия, кто-то не слышал, потому как, в общем-то, не везде мы в прямом эфире. И именно в связи с этим мы сегодня хотели подвести вообще итоги этой лотереи. Но мы решили сегодня провести только первый тур, а, соответственно, лотерея эта будет продолжаться, видимо, даже с захлёстом на январь. Напоминаю условия лотереи. Дело в том, что для того, чтобы в ней участвовать, вам надо как минимум купить магнитоальбом Юрия Шатунова, который выглядит вот так вот. Вы распечатываете альбом, вы достаете вкладыш, такой замечательный, красивый вкладыш, и доходите до вот такого вот квиточка, где его нужно вам заполнить. Здесь все написано, фамилия, отчество, возраст, адрес, в общем, анкета в полный рост. Вы потом его отрываете, запечатываете в конверт и высылаете на адрес фэн-клуба Юрия Шатунова. Кстати, адрес этот тоже с обратной стороны вот здесь вот написан. И потом Юра будет приходить к нам и вытягивать наугад кого-нибудь из вас. И когда наберется у нас 15 человек, то в этой веселой компании, в этой душевной компании вы проведете с Юрием Шатуновым один день. Один день с любимым артистом. Что вы будете делать в этот день, это пока что остается сюрпризом. Ну, а мы сегодня тянем 5 человек. Вперед! Так. Куракова Татьяна Валерьевна, 26 лет, Москва. Мы вас поздравляем. Бугрина, наверное, Наталья, 17 лет, Москва. Мы вас поздравляем. Сажина Лена, 20 лет, Питер. Мы вас поздравляем. Ермакова Татьяна Васильевна, 21 год, город Микунь. Коми, республика. Это далеко, мы вас поздравляем. И последний человек на сегодня, это Миненкова Екатерина Александровна, 15 лет, Москва. Мы вас поздравляем. Одни девушки, что и следовало доказать. Ну что же, эти карточки я отдаю Юре, они у него на сохранении. Далее эти все продолжают карточки ваши участвовать, и мы с нетерпением ждем новых от вас, потому как в ближайшее время следите за программой, за расписанием выхода в эфир программы у Ксюша. Юра будет приходить, Юра будет вытягивать, и когда наберется 15 человек, 15 счастливцев, вы, я надеюсь, неплохо проведете время. Ну что же, Юра, а я хочу тебе подарить от генерального спонсора программы «Ксюши» студии «Союз», официального дистрибьютора международного концерна «РАКС» вот эту замечательную майку, и надеюсь, что она тебе принесет удачи. Спасибо. Ну, а итоги конкурса на вопросы. Вопросов много? Много. Вот, мы подведем чуть-чуть попозже. Ну, а я хочу сейчас, конечно же, я предполагаю, что очень много людей, которые плавали вместе со мной из фирмы «Рондо», наш Атару Ставелли, смотрят программу и думают, ну где же она? Когда же она нам передаст привет? Привет вам всем, друзья! Рада
сообщить, друзья, что сегодня мы проводим третий и одновременно с этим заключительный тур нашей супер и небезызвестной вам лотереи. Мы сегодня с тобою вдвоем, не хочу ни о чем говорить. Я прошу, ты забудь обо всем, будем просто друг друга любить. Так садись же напротив меня, электрический свет потуши. Пусть тихонько горает свеча, словно тает обида души. Да, совершенно верно, вы подумали, вы угадали. В студию сегодня пришел Юра Шатунов с тем, чтобы провести заключительный тур лотереи. Значит, вытащить еще 5 карточек, и таким образом у нас получится 15 победителей. Подарок для этих победителей вы наверняка не забыли. Это провести один день вместе с Юрой Шатуновым. Юр, значит, перед тем, как мы сейчас займемся делом, я хочу тебе подарить вот это очень необычное письмо. Как понимаете, это почти половина тетради. Радочки. Письмо от Лены. Так что, Лена, Самарской области, если вы смотрите программу, понимаете, что мы это письмо не читали, мы считаем, что это неэтично, и передаем из рук. Я передаю из рук в руки, Юре. Спасибо. Читаю, я думаю, что это будет прекрасный роман перед сном. Итак, давай тянуть карточки. Давай. Так, Андреева Наталья Вячеславовна, 19 лет, Московская область. Мы вас поздравляем. Ефимов Юрий Александрович, 15 лет, Москва. Поздравляем вас. Еще один человек. Так, Хайсарова Нелли, 19 лет. Видимо, Москва. Мы вас поздравляем. Еще один человечек у нас. Курочкин Станислав Олегович, 17 лет, Санкт-Петербург. Поздравляем вас, господин Курочкин. И последний, да, человечек? Последний человечек, который Халабин Дмитрий, 15 лет, Екатеринбург. Ну что же, таким образом еще 5 человек мы можем сегодня поздравить. Всего вас 15 счастливцев и счастливец все вместе. И теперь вот как бы я не победительница, не участница этого мероприятия, но мне безумно интересно все-таки, что вы будете делать в этот день? Ну, пока это пускай будет секретом. Секретом, да. Кстати, друзья, вы, наверное, сейчас открыли рты от изумления, потому как вас найдет или вы найдете Юру Шатунова. Очень просто, потому что есть такая фирма «Полиграм», она непосредственно займется вашими персонами и непременно вас найдет либо по телефону, который вы написали, либо по адресу. Так что будьте спокойны. А что вообще нового у тебя произошло? Мы не видели все-таки около месяца. Ну, вообще-то нового много произошло. А самое главное, что сейчас начинается новая рекламная кампания. Патронажем Феликса Емелина. Это что, это вы рекламировать будете? Это продукт, это что? Ну, вообще-то, это тоже секрет. Угу. Вот такой вот непростой, засекреченный у нас Юра. Ну что, вполне возможно, что на прямом эфире далеко не всем хочет рассказать о своих тайнах, но вполне возможно, что кто-то из вас, из пытливых зрителей, раскрутит его на какие-то более-менее откровенные ответы. Так что я Юру не прогоняю ни в коем случае. Он остается в студии. На телефонах звоните 236-400-955-8162 и задавайте ему вопросы. Будет готов и рад на них ответить. А я продолжаю программу. Есть один вопрос. Но я хочу, чтобы он остался между нами. Но это очень серьезный вопрос. Ну, скажем, ты назовешь имя победителя в таком случае? Назову. Наташа, а фамилия ее Гаркуша. Угу. И телефон 925. Наташа, не надо телефон. Юра непременно вам позвонит, и вы поговорите о том, о сём. Спасибо за серьезный вопрос. Вы победили, кассета ваша. Юра, я благодарю тебя. Я думаю, мы скоро очень свидимся. Итак, хит-парад. Покажите монитор. Кармен, Дюна, Юра Шатунов на третьем месте. Я тебя поздравляю, Юра. Так держать. Ирина Аллегрова и Дима Маликов. Вот, собственно, и все. Лотереи «День с Юрием Шатуновым». Главной наградой этой лотереи служил именно «День со звездой», «День с Юрой». И вот здесь, в Палас отеле, проходит заключительный этап этого конкурса «День с Юрой Шатуновым». Мы сегодня с тобою вдвоем,
не хочу ни о чем говорить. Я прошу, ты забудь обо всем, будем просто друг друга любить. Посади же напротив меня электрический свет потуши. Пусть тихонько горает свеча, словно тает обида души. Это звездная ночь, где ты и я. Это звездная ночь зовет меня. Это звездная ночь нам дарит свет, где с тобою вдвоем мы ждем рассвет. Юра, скажи, пожалуйста, каково тебе быть главным призом лотереи? Не понял вопрос, пожалуйста. Как тебе нравится быть главным призом лотереи? Вообще-то очень нравится. Ну, что будет дальше, посмотрим.